С начала года в округе произошло 9 случаев смертельного травмирования на железной дороге. 4 из них на несанкционированных пешеходных переходах. Во избежание несчастных случаев сотрудники отдела безопасности дорожного движения регулярно проводят профилактические мероприятия. Работу мы проводим совместно с железной дорогой, с линейным отделом полиции и с транспортной прокуратурой по недопущению повторных случаев травмирования на железной дороге. Так мы проводим еженедельные рейды на железной дороге в местах несанкционированных проходов граждан. Особое внимание уделяем строительству и восстановлению ограждений в заборе. Переходите железнодорожные пути только в строго установленных местах, пользуясь пешеходными мостами или настилами. Обращайте внимание на приближение поезда. Важно помнить, что от внимательности и соблюдения правил безопасности на железной дороге зависит здоровье, а порой и жизнь. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».